Территория вокруг кургана Славы у десногорцев находится под особым вниманием. За ней бережно ухаживают в течение всего года, а перед военными праздниками благоустройство идет активнее. В прошлом году советом руководителей предприятий города был одобрен проект мемориального комплекса музея под открытым небом, который предложили поисковые отряды Десногорска. В связи с этим планируется облагородить большую территорию вокруг кургана. 5 мая на акцию высадки молодых саженцев собрались представители партии «Единая Россия», администрации города, общественных организаций и молодые атомщики. Буквально тут, может быть, месяц назад был бурелом, вот, но благодаря усилиям службы благоустройства, представителей Атомтранса, вот, и всех общественников, кто принимал участие, я думаю, что через 3, ну, максимум 5 лет мы увидим очень привлекательную парковую зону, которая только в нашем городе должна расширяться. На этом общем субботнике совместными усилиями высадили 65 молодых берез. Еще раньше за благоустройство этой территории взялся коллектив акционерного общества «Атомтранс». Совет руководителей очень, я думаю, нужное, замечательное сделали проект. Это сделать вот там, возле березочки, да, музей под открытым небом. Очень много труда, я не хвалюсь, это «Атомтранс» начали, вот где самые тяжелые места. Я надеюсь, в дальнейшем мы продлим, мы уже там с той стороны продлили, убрали осины, поэтому продлеваем парковую зону. Через несколько лет на этом месте будет шуметь молодой красивый парк.